Вічливо, утім, рішучу відмову відповіли працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці в місті Красний Лиман на прохання зелених чоловічків здати зброю. Перемови тривали 5 годин. Ситуація напружилася до вибухонебезпечної. Утім, конфлікту вдалося уникнути. У результаті зброя на місці нападники пішли, піймавши облизня. Як усе це відбувалося, маємо можливість почути з перших вуст. Пришли люди, которые представились местной самообороной, в том числе как бы представителями Донецкой Народной Республики, и они предложили нам сдать оружие. Мы ответили отказом, и так как их начала толпа собираться, то вот они сказали, что если вы сейчас оружие не сдадите, то мы привезем вооруженных людей, но мы просто вас всех положим здесь, а оружие мы все равно у вас заберем. Тогда мы собрали всех людей со штаба отряда, краснолиманского отряда, в том числе и женщин. Мы стали там живым щитом перед командой. И они, естественно, не решились, потому что у нас вообще-то даже больше было, наверное, человек 40 было. Все это время с руководством отряда шли переговоры. Мы здесь скорее ляжем, но оружие вам не отдадим. А они почему себя так ведут? Потому что накануне они даже не взяли городдел, милиции. Они просто туда зашли, но там уже оружия не было. Оно уже было ранее вывезено. В общем-то, наши правоохранительные структуры тут уже без оружия, на них мы рассчитывать не можем. На наше руководство службы военизированной охраны Константинецки мы тоже не можем. Вот, они совершенно нас тоже, они самоустранились, то есть все на пустили на низы. То есть как хотите, так и выживайте, как хотите, так и договаривайтесь. Вот так вот мы в течение 5 часов договаривались. В конечном итоге эти люди, ну их нельзя назвать зелеными человечками, я же говорю, по лицам их можно назвать синими. В общем, они уже работают здесь в наших местах порядка 4-5 лет. Это казачество, вот это донское, как бы возрождение традиций. На самом деле это пятая колонна России. Пока оружие у нас на месте, в корольном помещении, мы максимально пытаемся это все как-то укрепить. Но я не знаю, что будет ночью.